Prestigio 3131 Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на таких аппаратах, возможно, две комбинации клавиш. Это может быть плюсы питания, может быть минусы питания. Реже используются комбинации, когда питание зажимаешь на секунду-две, и следом плюс. Питание зажимаешь на секунду-две, и следом минус. Попробуем зажать ему... Так, где тут плюс-то? Плюс и питание. Две клавиши держим одновременно. Экран загорится, питание бросим, а плюс продолжим держать. Не получится, попробуем то же самое с минусом. Загорелось вот такое меню. Кнопка громкости вверх перемещаться, навели на рекавери, нажали вниз и ждем, пока включится само рекавери. Может загореться зеленый робот, дальше не пускайте эту систему от случайного зажатия клавиш. Нажимаете ему питание, питание сработает вверх, вверх не сработает питание, зажать и коротко нажать вверх. Значит, попали в само рекавери, опускаемся вниз до строчки Wipe Data Factory Reset. Нажимаем вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Он вас спрашивает «Да, нет». Выбираем ему строчку, где написано «Yes, delete all user data», кнопка питания. Он у вас начнет делать сброс. Внизу побегут строчки. Последняя строчка будет «Data wipe complete». Это будет означать успешное окончание сброса. После того, как он все доделает, он перекинет вас в предыдущее меню в самой рекавере, где выбрать нужно либо reboot system now, либо power off. На что обращаем внимание? Android. Android 6.0. На Android 5.1 и выше перед любыми сбросовыми прошивками необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если это не сделать, после сброса либо прошивки сработает ФРП блокировка Google, он будет просить старую учетную запись Google, пароль от нее. На канале есть плейлист ФРП Google, возможно, там найдется решение, но лучше с этим не связываться. Еще важно, чтобы он был заряжен, и помним, что все удалится. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в плейлисте «Полезное». Попасть можно с главной страницы канала. А вы вступаете в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.